Спасибо вам за вопросы, с удовольствием на них отвечу. Но, во-первых, я не могу вам ничего говорить о пути для Казахстана. Это ваша страна, я уважаю ее суверенитет. Я не считаю, что Казахстан, как иногда у нас выражаются некоторые наши политики, это младший брат России или что-то в этом духе. Я считаю такую позицию оскорбительной. Это не так.